Сегодня у нас в работе велосипед Мангус Фаербол, такой трюковой прыгательный велосипед. Какие здесь были приколы? Первое, вилку расточил, видимо, предыдущий владелец. Здесь были посадочные места очень большие. И обычный эксцентрик, когда зажимали вилку, он здесь болтался, то есть вот этот вот паз, он был расточен напильником, и эксцентрик не мог держать. Очень долго, наверное, месяц я искал втулку на промах и под ось, чтобы была и под диск, и на промах, и при этом под ось. Нашел втулку такую, заказали, привезли, переспецевали колесо. Задняя втулка, в принципе, была нормальная, но уж если делать, так сделали также на промподшипниках и заднее колесо. То есть у нас и втулка, и барабан на промышленных подшипниках. Да, если человек хочет прыгать, прыгать много, кататься на заднем колесе, нужна очень широкая резина. Были вот такие вот обычные обода, не усиленные, ничего. Поставили ему очень-очень широкие обода Xenium, пистонированные, пистонирование двойное, то есть пистон и сверху стоит, и снизу стоит. То есть прям мощно все в плане ободов. И перешли с вот такой системы. Это шимановская система. Она достаточно, скажем так, устаревшая, она, конечно, прочная, но кареточка люфтит, стоит дорого. Перешли просто на квадрат. Здесь был такой прикол. Винт не смогли выкрутить. То есть очень долго выкручивали винт. И видите, вот внутренняя часть. Это, короче, винт. Мы его высверлили. Сверлили шляпку. И сосверлили вот эту часть шляпки. Сверло обошлось 600 рублей, чтобы все это рассверлить. Ну, клиенту, как обычно, это ничего не стоит. И сняли вот эти шатуны шлицевые. Поставили обычные шатуны под квадрат, они будут нормальные. В принципе, там человек не очень тяжелый, невысокого роста, то есть сломать он их не сможет. И старая покрышечка Кенда уже все пошла трескаться. Заказали вот такую покрышку Кенда Карат на 2,3. Получилось в цвет, в синий велик, желтая обода, очень прикольно. И поставили новый руль. Это Катана с небольшим подъемом, очень легкий, потому что предыдущий руль был почему-то стальной. Все очень широкий, но стальной руль. Весит, наверное, килограмма два. Такой велосипед в работе.